Так, давненько я не записывал ролик про BTChamp. Чё-то как-то я, блин, нажал зеленое и поперло. Сейчас, секунду, ребят. Уномом. А куда это, блин, прячется фигня-то? How it works. О, вот это мне надо. Чё ты прячешься? Значит, смотрите. Во-первых, когда вы говорите про переливы, то ты что, какую-то презентацию тут даже сделали? Когда вы говорите про переливы, а чё переливов нету? Во-первых, юбка растет. Смотрите. Под вас может зайти не больше, чем 2. На втором уровне 4, 8, 16, 32, 64. Когда вы заходите на сумму, например, один левел, кстати, я вообще не об этом хотел ролик записать, но заодно вам уже и расскажу это тоже. Когда вы тратите время на то, чтобы 4,05 биткоинов, а это 60 центов, отослать кому-то через алгоритм Бичампа, мне кажется, лучше даже не начинать. Вот честно вам скажу. Почему? Объясняю. Вы заходите, покупаете первый левел и становитесь вот сюда, желтенькое место, Max Referral. Когда под вас придет перелив, два человека купят у вас этот первый левел, вы что-то заработаете, наверное, два раза по 60 центов, да? И тогда, в принципе, вы, наверное, сможете себе купить второй левел. Но фишка в том, что если те, кто пришли купить, если к вам перелив пришел не 2 человека, а 2, 4, 8, потому что каждый день сейчас Дима дает мне реферальную ссылку какого-то из наших партнеров на глубине, и я напрямую прям под него перелив делаю. 2, 4, 8 человек это может упасть за сутки. Так вот, вы не получите ни вот этого и ни вот этого. Потому что вы взяли, вы в системе видны как одноуровневый. А для того, чтобы вам получить не просто перелив 4 человека, а еще чтобы они у вас купили второй пакет, а те, кто пришли на третий уровень, купили у вас третий пакет, да, вы должны сами быть проплачены на второй или на третий. Поэтому заходить на один уровень и говорить, почему нет переливов, это, блин, означает, что вы вообще ни хрена не поняли. Поэтому я считаю, что минимум надо зайти на $5.28, если курс биткоина 1200. Грубо говоря, на $6 с учетом всех комиссий. Вы заходите на три пакета. Раз, два, три. У кого-то вы покупаете первый, у кого-то второй, у кого-то третий. И если под вас переходит перелив 2,48, то всю вот эту вот сумму донейшенов вы получаете. Но если вы купили только первый пакет, вы получите только два донейшена первых пакетов, а это вы не получите, оно пролетит мимо вас. Так, поэтому 6 баксов, если уже вы тратите время, то уже платите 6 баксов. Я уже не говорю, четвертый там берите по финансовым возможностям, потому что все-таки 0,014 умножить на 1200, это все-таки $16. Для многих людей это деньги. То для меня это деньги, что тут греха таить. Пятый уровень только по согласованию, потому что если вы хотите однажды, не вкладывая деньги, получить пятый уровень как бы бесплатно, то для этого мы смотрим, если на глубине под вами появляется человек, который хочет купить пятый, а у вас пятого нету, вы быстро покупаете пятый, а когда он у вас покупает пятый, он вам возвращает деньги. То есть таким образом получается вам где-то надо взять $200, и через 2 часа они вам возвращаются. Это намного легче, чем если вам надо взять $200, и непонятно, когда они вернутся, согласитесь. Вот. Но почему с BitChamp все очень печально в плане людей? Вот почему. Я вам сейчас очень легко объясню. Вот перед вами чат на 478 участников. Видно хорошо, да? 478 участников. А вот мой YouTube-канал, где 5 лайков, 17 лайков, 48, 42. Зашибись.
Стольник где-то видите? 100 лайков? Нету. А 100 комментов? Нету. Наверное, вы не ставите лайки на этих роликах, потому что вы не хотите, чтобы я становился популярным, ведь эти ролики вообще не про битичам. Хорошо, понимаю вас, понимаю, окей. Сейчас я вам докажу, что ваша, если это так, если вы так мыслите, то это пурга, от которой и вам плохо, и нам плохо. О! Битичамп, биткоин в месяц. Вау, 90 лайков. У меня вопрос. 470 человек в чате, минус 90. А остальные 380, вам что, особое приглашение надо? Вот скажите мне. А, вы, наверное, вот что вы думаете? Вот напишите в комментах, что вы думаете. Сергей, я не ставлю тебе лайк, потому что меня жаба давит. Вот мне кажется, что ты какой-то махинатор, что все-таки люди летят не в глубину под нас, а не знаю, куда-то тебе в карман, например, да? Вот мне кажется, ты нас обманываешь. Так если вам кажется, что я вас обманываю, напишите в комментах. А мне кажется, ты меня обманываешь там по такой-то формуле, поэтому я лайк ставить не буду. Типа того. Дальше. Битичамп результат за 8 дней. 71 лайк. А вам, может быть, не видно тут моя физиономия. Пожалуйста, 71 лайк. Комментов, блин. Почему нет 71 плюс 71? Почему 31, 71? Я не говорю, что я с битичампом закончил. Нет. Будем пыжиться и напрягаться, как можем. Но, ребята, запомните. Вы не ставите лайки и комменты, которые в рамках недели, вот весь чат должен, вот, я же не говорю каждый день, зашли и на каждом ролике лайк, коммент, вот, да? Если вы ставите лайки и комменты на битичампе, эти ролики набирают популярность, перелив. Что говорить, если у меня, зайдите в описание под мои ролики, посмотрите, там рефералка каждый день меняется. Вот насколько мы пошли уже на это. Я не подписываю в первую линию людей. Я сразу подписываю на глубине под конкретного человека, чтобы 2-4-8 у него зашло, и он обалдел, возбудился, вышел на связь, сказал: Сергей, мне пришло там 35 переливов, там суммарно долларов 50 капнуло, я еще ничего не успел, не успела сделать. Вау. И я говорю: так давай ролик запишем. Да? Вот. Это раз. Второе. Подъезд моим биткоином. Я же почти в каждом ролике упоминаю, что я 5 компаний двигаю одновременно, но приоритетной компанией является YesMyBitcoin по той причине, что в ней есть пассив. То есть, как оказывается, кроме шейкерного маркетинга, все-таки на пассив люди идут быстрее. Почему? Потому что вкинул бабки, капает какой-то процент, чувствуешь себя чемпионом и прочие дела. Но мы, Сергей, тебе на YesMyBitcoin лайки и комменты ставить не будем, ведь это только ты заработаешь. А ничего, что я в каждом ролике говорю, что, ребята, обязательно надо и в YesMyBitcoin, и в BitChamp, и в Fargo, и в Merlin, и прочее. И часть трафика пошло бы. Количество людей бы... Вы поймите, психология у людей такова. Если бы они увидели 400 лайков на этом ролике, 400 комментов, это было бы просмотров 2-3 тысячи. Они бы офигели и сказали: я захожу на каких-то там $10 в YesMyBit. А я всегда людям говорю: еще, кроме этого, закинь 3 пакета, это где-то $6 в BitChamp. И еще, кроме этого, в Fargo займи место бесплатно. То есть я одного и того же человека запуляю сразу в 4 компании. Благо, все компании минималка настолько низкая, что суммарно на вход человеку надо там 10, 15, 20, там, $30, скажем так. Да? То есть только в Fargo и в Merlin вы не войдете на какие-то маленькие деньги, потому что Merlin 330 и Fargo 100. Нету лайков, комментов, я вам сейчас анекдот по этому поводу расскажу, и нет переливов. И я еще раз напоминаю, что юбочка-то она разрастается. Здесь 64, дальше 128, 256. И если от меня приходит перелив 5 человек, а заполнена уже линия 512, можете себе представить, в этой 512 линии одна реферальная ссылка, мы под нее, дай бог, кинули 248. Следующая реферальная ссылка. Сколько надо будет, чтобы 512 людям в этой линии раздать перелив? 512 поделить на 365. 1,4 года. Понимаете?
Вот такой вот у вас какой-то странный чемпионский подход в бичемпе. И еще не все люди, кстати, вышли со мной на голосовую, у которых результат там 50, 70, там 100 долларов. Не все. Ну, это еще ладно. То, что не вышли люди на связь, это ладно. Ну, бывает такой индивидуальный момент. Но, блин, ребята, 470 человек в чате. Ни один ролик не дал 100 лайков и 100 комментов. Вы силу Ютуба, с одной стороны, не догоняете, мне кажется. С другой стороны, вы сидите и говорите, нет, ну кто-то пусть лайкнет, а я не лайкну. А я не напишу коммент. Мне... Я вот не могу понять. Вот у меня такое впечатление, что у вас жаба давит. Но это вообще маразм полный, если у вас жаба. Какая жаба? Я хочу под тебя перелив сделать, придурок, нажми лайк, коммент напиши. Какая, блин, жаба? Это вообще пипец. Это что-то из серии «Едем на грузовике», я говорю, давай там из канистры на ходу прям бензинчик подливай в топливный бак, чтобы грузовик ехал. Это равносильно, как сказать, не, не буду подливать. Ведь я вот тут в грузовике, а ты за рулем, мало ли, вдруг ты уедешь куда-нибудь. Ну, хрен его знает. То есть, о чем вообще люди думают? Вот о чем вообще люди? А какой перелив вы хотите? 400 лайков, комментов, это как вообще по святую воду. Остальные 70 человек, это которые раз в неделю заходят в интернет с депрессией, даже забыли о том, что они в бичемпе. Все. Но судя по количеству комментов, таких людей вообще-то 400 человек. В чате они есть. Но они, наверное, не активны. Они, вот они зашли в бичемп. А потом что-то жизнь их там закрутилась, завертелась, они уже месяц не заходят. Вот, наверное, так. Я же не могу взять за основу, что вы какие-то отбитки и не понимаете, что тем, что вы не лайкаете и не пишете комменты, от этого всем только хуже. Типа того, я не знаю. То есть, ну вот. Я давно этот ролик хотел записать, без матов, прилично, красиво. Кстати говоря, благодаря тому, что вот 400 человек, 470 человек в чате, а лайков, как вы видите, от силы там 71, потом 85, потом 80. То есть 470 поделить на 70. Шестая часть людей только активна. И для меня это тоже эксперимент. Я понял, что ты какой шейкерный маркетинг не придумай. Есть такой еще главный фактор, когда люди, казалось бы, блин, не хочу строить сеть. Вот понимаете, вот смотрите, ведь BTChamp это как компания с новым видом пассива. То есть вы регистрируетесь. Три пакета берете минимум. И вам не надо никого приглашать. Но вам надо нажимать лайк и коммент на любом ролике, который у меня выйдет. Зачем? Затем, что я охренительный продавец. Затем, что у меня пруха, я иду к своей цели. У меня ни руки, никакие другие части тела не опускаются. У меня такая, знаете, сплошная... Будем культурно ее называть бизнес-потенция, понимаете? То есть просто вот у меня дым из ушей валит, волосы дыбом стоят. Я вижу свои миллионы, я к ним иду. А у вас, возможно, нету такой эйфории и такой мотивации. И поэтому вы не можете приглашать людей через Facebook в контакт. У вас нет настроения. Хорошо. Я к этому отношусь с уважением. Я сам такой был. Пока мне жизнь по жопе так не копнула, что до сих пор болит. Вот. Тогда... Хотя бы нажмите лайк и коммент. И не шестая часть населения чата в скайпе, а пять из шести. То есть вот если из 470 лайков и комментов будет только 400, 390, 365, все, вопросов нет. Вот та остальная масса, она просто где-то гуляет, забыла, не хочет. Плюнула и прочее, понимаете? Но когда вы 470 человек, только 70 активисты, а остальные по какой-то причине, я не знаю, смотрят ролики, но ничего не делают, то есть не нажимают лайк и коммент, я вам хочу сказать, это феномен в психологии. То есть
То есть мы, короче, этой серии так, мы умрем, да, вот если от MLM бизнеса отойти, вот представить, что мы сидим в пустыне. И, ну, я, правда, не могу пример какой-то привести, у меня сейчас башка так не работает, да. Вот. Но это, знаете, из серии, когда я гребу веслами на корабле, а вам тяжело гребсти, вы не хотите вот это вот гребсти. Но вам говорят, что если вы будете вслух просто считать цифры 1, 2, 3, 4, то мне гребсти будет легче. Вы прям вот читая это как мантра, вы меня заряжаете. А вы такие, ой, а я не могу считать вслух. Дорогой мой, если ты не можешь и гребсти, и считать вслух числа, все, это финиш. То есть в данном случае время тебя перетрет, потому что тут я не представляю. Я приводил пример. Боженька стучится в окошко каждому из вас и говорит, выйди во двор, там бутерброды раздают. Ну, а у вас, предположим, вечно проблема с едой. А вы лежите на диване такой, ну, во-первых, я не верю в это. Во-вторых, Боженька мне в окно постучал, с чего бы это? Ну и так дальше. То есть какое-то неверие, я не знаю, я даже не могу описать. 16 минут ролика, последние 6 минут ни о чем. Понимаете? Поэтому это что-то приблизительно так. Я как лидер партии говорю, придите, проголосуйте на выборах. И не вы, а я, когда изберусь, буду бороться за нашу общую идею. А вы такие, нам все нравится, что ты говоришь, но мы не проголосуем. И вот когда спрашиваешь, а почему? А, не знаю, лень. Лень, что? Ну вот что? Если не лень, то что? Понимаете? Вот это феномен. То есть на бити-чемпе я преклоняюсь, это тот уровень психологии, который мне пока что с моим интеллектом не оседлать. Ни хрена вам не надо делать, никого приглашать, не напрягаться. С утра встали попить чая, так, у сетевого новые ролики, лайк, молодец, давай так же, или тю, ну и бред, неважно что. Но умные люди вешают, да, это все классно, а вот моя рефералка на BTChamp. Умные люди так делают. Понимаете? Все. Вот все. Вот запомните, если на этом ролике не будет 350 лайков и комментов, можете, в принципе, про BTChamp где-то на 4 месяца забыть просто. Вот. Вот даже не ожидать никаких переливов. Потому что тот перелив, который я буду создавать, он будет достаточно медленный. Достаточно медленный. Но если после этого ролика вы начинаете лайкать и комментить, как в пионерском лагере, понимаете? Тогда ожидайте через 3-4 месяца, что к вам начнут прилетать пакеты по 4, по четвертые пакеты. А это уже по $200 ориентировочно. Вот как бы так. Но мы в любом случае, по крайней мере мы с Димой так договорились, что мы в любом случае будем двигать, пока не подойдет к повторной оплате, 180 дней не пройдет повторная оплата, потому что нам интересно посмотреть, как этот процесс будет идти и будет ли там какие-то изменения. Вот когда мы подойдем к этому процессу, сделаем повторную проплату, еще месяц, два, три, если что-то вылезет не так, может быть, мы перестанем это двигать. Но тут в любом случае вход на 3 пакета $6, это смешно, это равносильно бесплатке. Вот такие пироги. Поэтому лайки, коммент, друзья мои. В противном случае не видать вам вообще ничего, как моих шлепанцев. До новых встреч. Зарабатывайте, оздоравливайтесь.